Всем привет, с вами Ольга Чернова. Вчера я получила много поздравлений с 1 мая. Извините, что сразу не ответила. У нас очень плохая погода. Вчера весь день был снег. Температура сейчас 0, ночью будет минус 5. Поэтому мне было некогда. Заносили все лотки, которые были на улице, домой. Сегодня я вот вас благодарю всех, кто меня поздравил. И тоже поздравляю вас с праздником. Видите, у нас идет снег, если вам видно. Снежинки падают прямо на мою капусточку. Ну, капусточку я не убираю. Я вам еще раз говорю, что она переживет минус 5. Так что я за нее не боюсь. Она вот хорошая, ничего, придется потерпеть. Поздравляю вас всех с праздником. Для нас, рожденных в СССР, это всегда был большой светлый праздник трудящихся. Так что мы всю жизнь трудились. Наверное, теперь придется нам и дальше продолжать это делать. Такая погода меня не пугает. У нас это каждый год. И кто спрашивает, как вы будете спасать рассаду в тоннелях, я отвечаю, ну как, никак. Мысленно буду с ними поддерживать, с Божьей помощью. У нас каждый год одно и то же. Высадим, она только приживется. Начинается снег. Еще может укрыть полностью снежный покров нашу землю. Так что ничего страшного. И у меня никогда нет, я всем отвечаю, никогда у меня нет негативных сценариев в голове. Я знаю, что все будет хорошо, переживем мы все морозы, все непогоды. Желаю всем садоводам хорошей погоды, чтобы пережили ваши сеянцы, ваши питомцы. Все эти холода, ой, меня сдувает. Сегодня ночью зажигала свечи в теплицах, которые нельзя обогреть электричеством. В эту ночь тоже буду свечи жечь. Пойду свечи зажигать, покажу вам, как я немного помогаю своим питомцам в теплице, как свечи помогают. Было 7 градусов в теплице, две свечи подняли до 11 градусов температуру в теплицах. Помидоры нормально все пережили, и вот сегодня тоже пойду зажигать свечки. До свидания, меня сдувает. Еще раз с праздником, спасибо всем, кто меня поздравляет. Я извиняюсь, но сейчас настанет время, когда мне некогда даже будет открывать ваши поздравления, потому что будем все высаживать. Через 2 дня у нас будет тепло, и я буду высаживать холодостойкие томаты в грунт без прикрытия. Все, встретимся, наверное, только через 2 дня. А, нет, сегодня ночью. Все, всех с праздником, хороших урожаев, до свидания.